Жители Португалии смирились с новыми мерами жесткой экономии, которые ожидают страну в ближайшем будущем. Они восприняли результаты воскресных выборов без особого энтузиазма. Многие не верят, что с новым парламентом и новым правительством что-то изменится к лучшему. Я просто прочла про результаты выборов в газете, и я думаю, что это то, на что мы надеялись. По-моему, не важно, кто победил, потому что все три ведущие партии уже подписались под своими дальнейшими действиями. Настроение рядовых португальцев наглядно отражают статистические данные. В воскресенье голосовать пришли меньше половины граждан этой европейской страны. Я надеюсь, что в новом правительстве будет представлена больше партий. Так называемая «тройка» подписала финансовое соглашение с Евросоюзом и МВФ, потому что главная проблема Португалии – безработица. Aquilo que mais aflige as pessoas em Portugal. Лиссабонцы погружены в некую смесь ностальгии и смирения. Страну душит внешний долг, она находится на грани финансового краха. И немногие верят в то, что из этой ситуации есть выход. Аннибале Фрагассо, Праса до Россио, Лиссабона.